Ежегодно на базе Лидского районного центра технического творчества проходит областной турнир по робототехнике. Как отмечают организаторы соревнований, с каждым годом количество его участников растет. На этот раз в Лиду приехали 38 команд из Волковыска, Скиделя, Свислочи, Щучина, Островца, Новогрудка, Озер и Гродно. Некоторые номинации у нас проходят дистанционно. Дистанционно мы работаем с детьми, которые участвуют в номинации «Умный город». Защита будет работать у нас по программе Zoom. А очно дети собирают роботов в нескольких номинациях. У нас на базе конструкторов Веду и Веду 2.0 работают две возрастные группы – 6-7 лет и 8-9 лет. Старшие дети, которые занимаются на конструкторах Лего Минстерс ЕВ-3, борются за победу в сумо и по езде на линии. Это довольно важные и интересные бои. Мероприятие проходит в плане в соответствии с областной программой воспитания, с областным планом и с нашим районным планом. Мероприятие масштабное, веселое, детям интересно. Дети собирают тематические модели. Это модели военной техники, обычной техники, и они ориентированы на патриотическое воспитание и на профессиональную ориентацию детей. Очень важным у нас является STEM-компонент. Дети проходят базовые навыки программирования, сборки робототехнической модели, конструирования, что им поможет в будущем определиться с выбором профессии и работать на благо нашей Республики Беларусь. В ходе упорной борьбы победителями в номинации «Веду» и «Веду 2.0» в возрасте 6-7 лет стали воспитанники средней школы номер 1 города Скиделя и Лидского районного центра технического творчества. Победу в номинации «Веду» и «Веду 2.0» в возрасте 8-9 лет одержали учащиеся Гродненского районного центра творчества детей и молодежи, средней школы номер 1 города Скиделя и Лидского районного центра технического творчества. В номинации «ЕВ-3 сумо» лучшими стали воспитанники Островецкого центра творчества детей и молодежи, а в номинации ЕВ-3 «Следование по линии» – ребята из Гродненского районного центра творчества детей и молодежи.